Уважаемые заказчики, всем огромный привет. Это у нас ЖК «Невские паруса» в Рыбацком. А я сейчас буду выполнять облицовку фартука кухни плиткой от Керама Марацци. Это коллекция «Серая грань». Размер ее 9,9 на 20 сантиметров. Также выбрали по каталогу Килта затирку. У нас затирка швов будет номер 48, графитово-серый. Так как видите, столешница тоже графитово-серая. Фасады верхние графитово-серые. И сюда будет установлен у меня нажимной люк скрытой установки от лючки РФ. Секрет 3.0. Приступаю к подготовке стен. Нужно зачистить от обоев и шпаклевки грунтую. И начинаю выполнять облицовку. Итак, работы завершены. Выполнил затирку. Герметизация стыка между столешницей и стеной. Установил уголки на торцы плитки из нержавейки. Также выполнил облицовку нажимного потайного люка. Вот так открывается он. Покупали мы его в лючке РФ, 30 на 40 его размер. И вот таким макаром закрывается. Сейчас швы сделаю на герметик. И все. Вот такая красота получилась. Хочу сказать, что эффект идет целой плитки. То есть видите, от этого угла целое. Режется здесь целое. И захожу вот туда тоже. Половинка, целая в углу, и половинка в правую сторону приходит. Фартук совсем не из легких, поэтому на него ушло ровно 2 дня. Обращайтесь ко мне, к Дмитрию Борисову, и я выполню качественную облицовку фартука в кухне плиткой и вам в Санкт-Петербурге. Телефон для связи 994-8382. Всем спасибо за просмотр.